Реально интересно. Чего вчера его вызвало? Ну, тот, который в лесу, тоже такой зачем. Ну, я его не поснимал, я не успел. Я не ездил, кстати, с фотоаппаратов возможно там. Потерялась я. Четвертый пилот один. А он третий же прошел уже в эту сторону поехал. Как вам интересно? Потерялась я. Да, ворота один не пройдены. Что, почем мы фотографируем? Интервью хочу тебе взять. Что ты думаешь делать дальше? Я думаю делать дальше. Будем делать дальше. А, дальше будем работать. Надо работать, надо развивать вообще. Потому что мы никогда не гнались, за какими-то единомоментными ценностями. У нас задачи и приоритеты расставлены уже на год вперед, то есть до конца года мы знаем, что мы будем делать, а в конце этого года подытожим, подумаем, чем заниматься, что делать дальше. Значит, и в 2015 году, я думаю, проведем чемпионат либо кубок Евразии. Или хотя бы России. Бери выше. Не, мы Россию уже проводили. Может, Евразии. Мы привыкли к тому, что мы ездим в Европу, чтобы поучаствовать в Евротриале. Мы сделаем так, что они оттуда к нам приедут. Если они это оценили. Если это они не оценили, я имею в виду Европа, то, что мы к ним туда ездим, да, вот те представители государств, которые мы ездим. Мы, я имею в виду не себя, не его, а представителей внедорожного спорта Российской Федерации. То, если, говорю, повторюсь, они к нам не приедут, значит, они нам не нужны вообще.
мы без них разберемся, что и как делать дальше. Внедорожное кафе сборы 4×4 ждет всех в своих шатрах, где вы можете вкусно покушать, выпить прохладительных напитков. Всегда всем рады. И номер телефона для, допустим, заказа. Вот у вас, я знаю, очень вкусно. Можно взять и, грубо говоря, вызвать вас на свою территорию. Вот. И дайте контактный номер. Номер контактный 8-926-262-29-74. Это номер контактный внедорожного кафе сборы 4×4, которое, соответственно, возьмет и приедет в любую точку Московской области и установит там соответствующее количество посадочных мест, обеспечит питанием горячим летнее, зимнее время и так далее. И сделает так, чтобы вашим гостям и вашим спортсменам, приглашенным друзьям было комфортно. Правильно я говорю? Территория общения сборы 4×4 предоставляет любые возможности. Либо лишь бы вы дружили, лишь бы вы объединялись, лишь бы вы были единым целым, единой целой страной, которая делает одно большое дело. Выдвигает Российскую Федерацию в любой области. Мы, каждый из нас должен это делать. Каждый из нас должен стараться чувствовать ответственность как гражданин. Мы должны быть самой продвинутой, самой перспективной страной. И мы ими являемся. Это экипаж Лешего, внедорожного клуба Леший. Новый экипаж, который, соответственно, показывает неплохие результаты на автомобиле Нива Шевролет. Она не заблокирована, да? Компания ВСК. Что вы скажете? По поводу того, что любой представитель, организатор из внедорожной среды автомобильной и спортивной может обратиться к вам, вот конкретно, и вы сможете сделать так, чтобы... любую помощь в страховании любых рисков. Именно рисков на автоспортивных мероприятиях. Мы застрахуем вас, Шермен. Отходите в сторонку. Отходим. Зачем? Зачем? Не, если... Стой! Огнетустой! Езжай, нормально, езжай. До Саня Волчатника. Да это, нет, главное, нет, не пор... нет, главное его не порвать. Нет, объявляли, что это Саня. Да, 5 очков. Как... Вот, смотри. Дети, ладно, как хотите. Ай, извини, маленькая. 5, да, хорошо. Уйди. Ну вы, блин, даете. Федя чувствовал, он хотел, да? Когда? Ближайшие прям. Футболки есть еще? И наклейки, наверное. Мы уже снимать сюжет. Хорошо, спасибо. Можете разместить информацию о вашем мероприятии на ресурсах территории общения сборы 4×4. Я сам могу разместить. Оформить соответствующим образом, разместить, никаких проблем. Хорошо, Хорошо. Да. Компания ДР Авто проводит работу среди населения. Ну, я, конечно, извиняюсь, но генеральный директор пошел в массы. Довольный покупатель, вчерашний хлам. Правда? Вот. Хорошие они продают прожектора. Нет, я лампы брал. А, лампы. Нет. Прожектора тоже хорошие. Покупайте продукцию компании ДР Авто. Генеральный директор отвечает. Так точно. Все, за качество.
Привет, маленький. Тебе нравится? Помаши рукой. Помаши рукой. Нет? Трактором помаши. Это эвакуация? Да. Эвакуатор. Было пульт от него брать, Андрей. Поехали. Вот это интересно будет сейчас. Три богатыря пьют Иван чай. Топи! Топи! Ай, топи, говорю! Давай, давай, что ты? Ну ладно, Серега его вытягивает, молодец. Твоя сторона. Вот тебе реклама, у вас патриот. А нет. Бить, когда она уже улежит. Отойди, отойди, отойди. Уйди, 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 уйди. Да не переживай ты. У вас патриот рулит. Красиво! Молодец! Для длиннобазника вообще. Сколько? Закуска и выпьем. Всем домой ездят. Это люди из вона. Мы сегодня с утра было плохо, поэтому мы собирали целую тарелку по земле. Раз, два, три. Поехал. Не перекрывайте, пожалуйста, для камеры обзор. Пожалуйста, хотя бы вот время. Вот отсюда идите, пройдите сюда. Сюда идите. За рулем. Дед? Ганюшин Вячеслав, дед, да. Ганюшин? Ганюшин. А, Ганюшин. Турбодед. Турбодед. Да,
Да, ах ты как так? Все, касание. А, нету касания? Сбил. Это сбитие называется. Не то, чтобы не попал. Не попал в старик. Оценивается, а не машина. Это же снаряд, штанга. Спортсмен подходит, штангу дернул, поднял, поднял, не поднял, проиграл. Да, и вес штанги. А? И вес штанги далеко. Да. Это у него понижайка такая большая. Вы сегодня во сколько приедете? Ну, по туалетам. Ну, забрать туалет с карьера. Не, это я знаю. Забрать-то его надо будет. Вообще забрать. А, все, я ему позвоню. Все, я сейчас уточню его. Все, я принял, спасибо. Ударил ведь? Ты не знаешь, кто последний? Нет, я не знаю. Это вот он знает. У него написано. Касание или подвижка? Да? Ну, бывает, что он машиной не коснулся, а, допустим, вот на землю, видишь, надавил, и палочка в сторону шла. Это не считается. Понял, да? Или ты знал? Я-то знал. Но она не знала. Так, ребенок, отойди. Нельзя касаться. Это штрафуется. Тогда, если вдруг так получится. А ты знаешь, какие у папы колеса? Вот такие. Нет, подожди. Симикс. Нет, сдутые они или нет? Сдутые. Да. Угу. Папа говорит, если сдутые, то легче грязь пройти. А я теперь... Чисто? Разве? Да. А? Чисто, потому что вот тут он чисто был. Вот все. Так. Маленький снег. Маленький снег. Чего? Какой? Ну, на Димона Иванова, знаешь. Хулиган. Хорошо.
руководит. Это мой квадрик, продвигаемся. Квадрик, да. Обалденно. Блин, вот все снял. А это не так хорошо ездить, а? Вот тебе спортсмен. Дороги, садите! Молодец, вообще молодец. Автоматом? Да. А что такое? Ура! Вообще ура! Время. Однозначно. Я его раньше называл Лендгравер. В детстве. Да ладно, представь. Он разгоняется. Да ладно, нет. Че-то вес полностью заблокированный, ты представляешь? Ты плетень! Электроника, да? Ты плетень! Плетень просто! Посмотри, что творится! Не идет! Представь, не идет! Вот туда еще цемент добавить! И как раз будет месить его сразу! Оставим как память! Рядом так поставили. Угу. Первый, пятый. И готов. Ну да, ну тогда быстро. На секунду. Здрасте! Проходи давай. Прикрой дверь, пожалуйста. Дверь прикрой. Прикрой дверь. Дверь прикрой. Баня на колесах, выезд на природу, корпоративный отдых, автономный комфорт и хорошее настроение всегда. Этот желтый грузовик приводит с тобой. А что там внутри? А что там внутри? Сзади посмотри. Чай, да? Это Иван-чай. Иван-чай.
Конечно, дадите, да. Да у вас здесь банька, да, банька? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Да, не бери звук. Ну не, вот здесь очень комфортно, здесь и видео есть, и интернет есть. И интернет здесь есть, Wi-Fi, да? Есть, Wi-Fi есть, да. Посмотри, что парилки на свой, вот градусы там. О, градусы показывают. 60 градусов. Сейчас 60 градусов. Сейчас, прядься. И банька тут есть. Вообще парная, о! Я только лицо твое показываю. Как тебе, хорошо? О, супер, сотка, сотка, градусов сотка. Не ври, 60. Уже показали, сколько. Ну, по ощущениям, сотка. В общем, заказывайте баньку. Чуть раньше на видео есть номер телефона. Сейчас мы еще раз вам показываем. Москва, Московская область. Смотри. Чё? Нормально тебе? Хорошо. Внедорожное кафе «Сборы 4х4». Сегодня в честь праздника юбилея внедорожного клуба «Леший» скидка на шашлык от нашего повара от Бога Самвела 50%. Слышишь? Также на территории проведения мероприятия вы можете совершенно бесплатно пить в любом количестве самый настоящий, полезный для здоровья Иван-чай от компании Иван-чай. Все для вас, все для того, чтобы вам было хорошо, уютно у нас здесь на территории общения. И вот здесь приходят с семьями, с детьми, с маленькими, отдыхают каждый раз, каждый день, когда мы проводим свои, я считаю, нормальные, замечательные, такие хорошие, добрые мероприятия. А где здесь Иван-чай раздают? Здесь раздают. Здравствуйте, приятного вам аппетита. Благодарствую. Приятного аппетита. Благодарим вас за это, Олег. Это что, клубника? Земляника. Маленькая? Земляника. А кто нам что-нибудь про этот Иван-чай? Что за Иван-чай такой? Что за Иван-чай такой? Он же кипрей. Он же капорский чай. Он как называется? Кипрей? Кипрей или капорский чай, или Иван-чай. Капорский и называется. И за чего он полезен? Он не содержит кофеин. Вообще, ни в каких количествах, в отличие от любого другого чая и тем более кофе. Дальше, кипрей поднимает тонус силы. Ведь не зря же под Питером была деревенька Копорье, где поставили завод, который должен был производить напиток богов на основе иван-чая для войск рабоче-крестьянской Красной Армии. В 41 году, по осени, немцы сняли целое подразделение, и этот завод сравняли с землей. Просто бульдозерами разровняли для того, чтобы наши солдаты не получали этот напиток богов. К сожалению, так. Мы пытаемся возродить древние славянские традиции, потому что кроме этого чая на Руси ничего другого не было. Вся Европа пила вот этот чай. Мне бабушки на севере рассказывали, что были целые колхозы, которые его собирали, перерабатывали и баржами его возили в Европу. Даже Европа вся пила вот этот вот уникальный напиток. А он как растет? Он в диких условиях растет? А я вам сейчас покажу. А его можно только вот так пить или это можно и дома заваривать, да, наверное? Конечно, можно и дома. В любом виде, в любом месте. Вот это растение. Кипрей. Мускалистый. Он же Иван-чай.
он же Копорский чай. Пойдемте, я вам покажу вот во враге, где он растет. Нет, то есть он везде у нас растет. Пойдемте, люди думают, что это сорняк. Как он выглядит? Давайте народу объясним. К примеру, вот. Вот кипрей, да? Он... Люди говорят, так это же сорняк. Я говорю, а вот его вы и пьете, этот сорняк. Пожалуйста, вот он. То есть я, приезжая, грубо говоря, на природу, могу просто чай с собой не брать? Абсолютно верно. Вы собираете вот этот чай. Дальше примерно так. И вот этими листьями вы начинаете заниматься. Вот он. Дальше. Обалдеть. Они вроде все похожи. Это не он, а вот это он. Вот он. Вот он. Кипрей. Но так как он еще не начал цвести, собирается у чая листва. Угу. Когда он зацветет, цветы тоже перерабатываются, они добавляют свой неповторимый колорит. То есть кислиночка и более фруктовый такой аромат получается у него. Когда уже он начинает цвести, у него... Дальше листья нижние начинают обсыхать. Естественно, они не используются. Поэтому собирается, как правило, вот это вот верхние две трети. В принципе, сейчас зеленая масса так вот не пахнет, потому что лист не разрушен. Чтобы из него получился чай, клетку надо раздавить, чтобы выделялся сок и пошла ферментация. Да, вот смотри, я раздавил, и запах такой вот пошел. Вот видно, вот молочко, вот оно. Вот сейчас пошла ферментация. Главное в чае – это грамотная ферментация. Как выглядит ваша вообще продукция? Можно ее посмотреть? Конечно. Практически не работает. Это обменный процесс. Вот это уже готово к продаже коробочек чая. Вот адрес производства. Деревня Староселье, дом 1. Дело в том, что кроме этого дома, других домов там и нет. Это брошенная деревня, где мы купили свой дом. Мы сами все охотники. Мы приобрели там дом, вот в этой брошенной деревне, для того, чтобы ездить туда на охоту. А потом подумали, а почему бы нам не заняться производством чая? Тем более площади, ну, просто огромные. Мы решили сделать там небольшой цех по переработке чая и упаковки его в такие вот красивые коробочки. Ну и хотим сотрудничать с каким-то магазином. Мы смотрели. Это там, он и есть. А вот тут он с цветами. Это с цветами. Я уже объяснял. Это тот же самый. То же самое, неважно. Главное, чтобы не попалась туда нижняя треть вот этих вот пересохших, уже завязших листьев. Используется как с цветами, так и без цветов. Отлично. Коллективное фермерское хозяйство. Ты постоянно его пьешь? Лесная сторона. Я постоянно употребляю иван-чай с утра, как тонизирующий напиток. Отличная вещь. В общем, ты рекомендуешь? Клуб Леш рекомендует иван-чай. А я думаю, вся территория общения внедорожная, вообще всей Российской Федерации, я думаю, оценит этот напиток. Наши джиперы за эти два дня оценили этот напиток как отличное средство, согревающее, тонизирующее и так далее. Да. Замечательно. Ну и в качестве рекламы хочу назвать сайт наш. Это forestsite.ru, что переводится «лесная сторона». И здесь на упаковочке написано «коллективное фермерское хозяйство, лесная сторона». А покажи, где тут сайт указан? Здесь, к сожалению, вот не успею. Еще раз повтори. forest-site.ru, то есть «лесная сторона». Спасибо, спасибо. А есть какой-нибудь контактный номер телефона, по которому наши зрители могут с вами связаться, чтобы взять, заказать хотя бы на пробу что-то себе? Да, конечно, есть. Номер телефона +7 495 225 01 21. Ну и наш сайт в интернете forest-site.ru. Ну, спасибо. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады сотрудничать с любыми торгующими организациями. Это такую же... В общем... Поняли мы, что это супер вкусная продукция. Но вы мне попозже сделаете тоже чай? Однозначно, самовары уже готовы, приходите, пробуйте. Все, спасибо.